Ребята, всем привет! 1 марта 2020 года, и мы с вами находимся на озере Ширчек. Сюда мы приехали для того, чтобы половить плотву, окуня, щуку, все что угодно. В арсенале у нас жерлицы, красный мотыль, опарыш, тесто и прикормка в виде панировочных сухарей. Думаю, это будет закрытие сезона подледной ловли 2020 года, потому что Волга уже вскрылась, а доехать на какие-либо озера достаточно сложно. Вот сейчас штурмовал разнообразные лужи, и думаю, что через неделю совсем все окончательно подтает, и добраться будет достаточно сложно. Не хотелось бы надрываться по дороге к водоему. Поэтому давайте приступим. Поехали! Плотвы, к сожалению, в рыболовном магазине не было, поэтому взял карася. Надеемся, что местная щука распробует его и оценит. Вот наш опарыш. Даже слышно, как шуршит. И вот панировочные сухари. Еле-еле нашел их. Подошла к концу наша рыбалка. К сожалению, уловом похвастаться не могу. Поймал одного маленького окуня с палец. На жерлице ничего не клюнуло. Представлял их 3 раза. Тот мужчина подходил, сказал, что вода была практически на метр. Это, в свою очередь, сказалось на аппетите рыбы. Тем не менее, провели день на природе, и это было здорово. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока. Вот такой вот окунь. Пришлось взять, так как заглотил очень глубоко.